Всем привет, зрители и подписчики каналов Experience Game и Дрожа. С вами привет. Я, Скиф. Да, Дрожа. Еще раз привет. Да. Всем алоха. Да-да-да. И в прошлой серии мы наконец-то вышли на след. По крайней мере, у нас теперь есть подозреваемые. Четыре штучки. Да, целых четыре. И нам надо идти на кладбище, которое где-то есть. У тебя с тобой женщина грязная. Вот ей бы и перк этот... Вонючий. Помыться перк. О, вот и кладбище. О, кстати, она не прокачивается, кстати. Она должна прокачиваться, но тогда на ее портретике плюсики появятся. У нее, кстати, уровень 3, но что-то мне не дают ничего покачать. Так, ну подходи сюда, наверное. Будем смотреть. Тут смотри, на кладбище, если... Так, здесь лежит Кэтрин. Да, я знаю, я потрясающая. Ага, то есть можно не обязательно... Right, а у тебя нет лопаты. Только я могу копать, у меня есть лопата. Mm. Патрик. Понял, тут Патрик лежит. Так, можно, может, экзорцизмом заниматься, что-нибудь так воскрешать. О, мухоморов пособираю. Принцесса воин. Я уже вижу собаку, надо с ней срочно поговорить. А ну, разговаривай с собакой. Так, собачка, эй! Чё ты бегаешь, я в тебя тыкаю. Вот замечательный запах потного сапога. Угу, само то. Так. У меня пахучие труселя. Но он их не учуял, походу. Поближе подойдем, сейчас разнюхается. Так. Так. Ну-ка про смерть. Угу. Так, и что ты можешь о себе поведать? Так, понятно. Хорошо, а кладбище Джейка-то где? Где-то здесь он. Вот Джейк нашел. Ну я нашел кладбище, окей. Что, нам осквернить нужно могилку? Ну я думаю, да, я это сделаю. О, гроб. Почему ты внутри гроба? Угу, все нормально. What the fuck? Вот мы не зря тащили лопату. Дохлая овечка там внутри, прикинь. Да я уже увидел. Услышал. Да, да-да-да. Подстава. Угу. Так, так. Окей. Ну, что насчет там задания? В первую очередь сейчас глянем насчет загадочного убийства. Что в нем дохло овцу. Наверное, надо кладовщику этому. Не кладовщику, а как его? Сива. Гробовщику. Да-да-да. Так, расскажи о себе, Сива. Угу, про нежить вещает. Так, ничего интересного она нам не поведала. Так, куда пойти-то? Дохлую овцу. Опс. Что упс. Это? Ё-мо, призрак? Ага. И не Джейка. О, ё-мо. Хотя, ага. Так, я уже округлил глаза от удивления, действительно, да-да-да. Так, ты писатель, наверное? Ну, я хочу поживиться чем-нибудь. Так, можно ли мне прочитать твою философию смертью? А, в библиотеке Ревелона. О, библиотеку? Прикольно. Кажется, так. Я был в библиотеке, надо будет туда испытай сходить. Меня? Что это такое? Это надо сначала, наверное, прочесть эту книгу. Я тоже пока не хочу что-то испытываться. Ну ладно.
Мне вот это не нравится, вот. Он утверждает, что жизнь его, смерть его не догонит, пока. Джейк, where are you? Ты здесь? Джейк, Джейк! Собака прикольная. Воу. Уй. Так, еще веселье. Дэйв. Дэйв был не рад, что его выкопали. Ну, смерть его не догонит, он говорил. Я думаю, мы заставим, чтобы смерть его догнала. Слишком так, далеко его от меня не выкидывай. Чтоб я не тратил очки ОД. Ну, куда-то вот к камню. Я вот тебе попробую подкинуть. И достану тебя, нет. Сейчас и проверим. О, не достал, хорошо. Отлично. Чтоб я очки ОД не тратил, это даже очень хорошо. Так, лучница может сделать... Что она может сделать? Собака с нами, смотри. Что, она помогает нам? Да, и собака, и женщина. И будет сила собаки. Да, сила пса. Так, стойку вставай. На гидрант на это пометит, и все. А, она была сразу стойку вставать. Оо! Собака кидается. Собака, да, но мимо. Тащит смотри, почти что. Красный. А, и мы теперь, окей. Так, ну, баф. Жалко, привидение не с нами. Он такой, да мне пофиг, чем вы тут занимаетесь. На, мимо, смотри, нифига. Ловкий парень. Тут ага. Это, смотри-ка. О, это тоже бежит к нам на помощь. Да-да-да, и женщина, я же говорю. Тут все, все против нежити. Он тебя убил? Ох, да. Ты можешь его воскресить, если что. Да, ну, скорее всего, лучницы тебя будут воскрешать. А прямо сейчас воскресить надо, да? Наверное. Так, вот это вот нежданчик. А сколько он уровень? Уровень неизвестен. Офигеть. Так, я его, наверное, замедлю, а то он какой-то опасный. Не действует. Ха. Офигительно. Зря я раскопал эту могилку. План капкан. Ну-ка, просто выстрел. Блин, да, у него ХП почти не уменьшается. А сбить с ног. Мне, чтобы тебя воскресить, надо как-то обезопаситься хоть немного. Избивание не действует. Действует, да. Так, отбегай. Попробую воскресить. Я себя лепну, а потом... Знаю, что получится. Так, где ты там валяешься? Сейчас мы к тебе попробуем подойти. Сейчас я хочу, чтобы он немножко отвлекся на собаку. Вот неизвестно, на кого он отвлечет. И вот собаку. Этот вот, да, я вот ждал, что подойдет. Ой-ой-ой. Минус песик, бедный пес. И женщину, вот с первого раза просто. Вот же ж. Вот же ж. Вот же ж, вот же ж. А, смотри, у меня же есть вызов элементаля льда. Сейчас мы вызовем. Нифига себе. Да, не хлипкий малый. Я думаю, он должен помочь как-то хоть. Как-то да. Так, лучницы нет резок. Так, у меня есть у лучницы резко, как только тебе это сделать. Ну, там на меня наведи. 10 от надо, у меня столько нету, в принципе. 10 ОД на воскрешение? Ого, действительно, нифига себе. А у нее столько нету. Как тебя воскрешать-то? Ну, стреляй, стреляй пока. Пока стреляй. Так, тактический отход. Спасибо этого Дэйва. И все. Я ничего не могу сделать. Так. Ой-ой-ой. Смотри, как... Все, что ли? Да. Я так рассчитывал на него. Я думал, сейчас всех положит. У нас сохранение есть там, нет? Да. Есть. Так. Если что, продолжим с того места, где мы не начали еще копать могилу. Рукавую копашку. Да, так ты его месяц будешь бить. Бочка с водой, призываю тебя. Че, все что ли, где она? Если бы ты кинул бочку с водой и с охлаждения кинул, то он бы заморозился. По идее. Навряд ли, не знаю. Так, оглушающая стрела. Ну-ка, парень. О, оглушение подействовало. А попробуешь меня с собой воскресить? Так, сейчас подойду. Что тут у нас есть тактический? И пока не трать на ход очки действий, просто это... Так, давай я подумаю, сколько у меня... 4, да, вот моя, по идее, может воскресить. Сейчас я его пока оглушил. Видишь, ты потратил очки действия на подход. А, блин, да, надо было попробовать так, дистанционно. Ну окей. Он опять очухался, я его попробую опять оглушить. Нормуль. Все, оглушающих стрел нету. Все хорошо. Так, стойку примем. Пробуем воскресить.
там где-то воскрешение. Это особо поможет, но тем не менее попробуем. В смысле и? О! Правда, у меня хп панты, но я сейчас попробую себе восстановить. Так, пробуй. Так, дальше огненная стрела, быть может. Так, скелеты горят. Воу, мы все горим. Черт! Это внезапно, я не ожидал, что там такой разлет-то будет. Как-то очень сурово. Я весь горю. О. Тактический отход это называется. Я умер. Ай, черт, он всех накернил. Загрузить игру. Загружай. Я думаю, не стоит его будить. Я тоже думаю, не стоит. Он какой-то терминатор просто. Его тут закопали, чтобы он нас убил в будущем. Действительно, там тебя придет, раскопает дрожжа. Он очень любопытный. Он осквернил много могил. Так что... Докажи его. Ну, можно будет это или вырезать, и как там, как кто хочет. По-моему, забавный момент. Так, ну, мы опять должны раскопать могилу. Опять с этим скелетом и убиться об него. Мы будем делать это вечно. Джейка, я вот не помню, какая. Не это, вот это, да? Так, я с собакой могу поговорить. Ты пока там делай что-нибудь свое, я тут быстренько про это промотаю. Все, пока, малыш. Это не Джейк. Так, давай, отвечай мне. Да. Все, чешем теперь отсюда. Может еще что-то? Я сохранюсь, может еще что-то раскопаем? Я думаю, как-то, если там еще пару таких ребят есть, то это... Вертели они нас на мечах. С большей долей вероятности. Или что у них там за оружие? Оооо! Там есть такой же братюня здоровый. Вон лопата валяется. Оу. Я кое-что нашел. Потайной ход. О, давай туда. Ты уверен? Я уже там. Ты уверен. Я не подумал об этом. Да, кстати, я могу телепортироваться. Ты можешь телепортироваться без меня. Если я телепортируюсь, то ты за мной. Ага. А если ты, то я могу и не идти. Какая несправедливость в жизни в этой. Ага. Так. Крысы тут бегают, он. Я думаю, здесь... враг. Так, да. Я хотел с крысой поговорить. Не поговоришь. Так, я их вообще не вижу, где они. Там маг. О, блин. И два с топором и с мечом один. И маг огненный, насколько я вижу. Так, и оба скелеты. Они оба далеко, чересчур, я в них даже выстрелом не достаю. Подойди поближе, потом я подойду. Блин, я боюсь идти. Так, я вон за ящик спрячусь. Ага. Так, поможет, нет? Кто по знает. Идее, да. Поживем и видим. Так, лучница, она достает? Стойку. Рикошет. Тоже нифига. Так, лучница. Разлучница. Так, отходи сюда. Они все равно наверняка подойдут, хотя бы. Да, я тоже думаю об этом. Ну, а я пошел. Сейчас мы будем прикрывать тылы. Так, главное, чтобы они тебя не... Вот он. Бьют, конечно, но я терплю еще. Не так, чтобы смертельно. Я думаю, стоит выйти за ящик, а то я это... успешно атакую. Бей, наверное, кого-нибудь. Фокуси, я буду... за ним. Так, я думаю, сейчас привет магу сделаем. Вот не такой вот. Мага. Ну, в принципе, он почти убился. Ну да. Слабенький. Так, лучник теперь. Так, лучнице тоже надо определенно подойти. И теперь определенно стрелять. Ох ты ж. Ошибло, неплохо так. Норм. Так, стойка стоит. А, это переключиться просто. То есть, да, один раз активируешь, у меня тоже такая фишка есть. Один раз ее активируешь и все. Так, ну неплохо. 37 с куста. Все, один раз только можно бить. Блин, я хочу больше.
хочу дважды заход бить. Надо как-то прокачивать. Чего? Смотри-ка, что он делает. Я тебя поди охладить могу, наверное. Попробуй охладить меня. Кстати, да, это должно сработать. А ну? Мои чары сломают твои кости. Чё он там колдует? Лечение. Ауч. Ох ты, негодяй. Ауч. Дайте мне полекаться, а? Охлади меня. Так, лютый мороз что-то. Лютый мороз. Ну-ка. Сейчас еще заморожу тебя нафиг. Тепло, просто тепло мне. Окей. А, ну вот все. Теперь я лечу. Не, сейчас ты лучником бей. Наверное, бей того либо мага, либо вот этого, что. Так, жди, я еще могу этим шмальнуть. Я обоих задену. Нет, одного задел. Одного. Надо сменить дислокацию. И на самом деле. А вот. Лучника подойди перед. Ну ладно. Дай добить уже. О! Еще добить? Нет? К сожалению, она тоже один выстрел, и надо ближе двигаться. Вот сюда. Так, это сколько? 6 ОД тратит, а это... О, а сколько у нас удар обычный тратит? 5 ОД. 4. Блин, а это 6. Что ж ты будешь делать, а? Одного ОД не хватает. Ладно, тогда лечимся нормально. Чем? Ну, своим скиллом. А, скиллом. Да, я больше мне ни на что не хватает. Ну прикольно, что я охлаждением смог тебя это. Да, остудить. Ну тут вот нравится, что в этой игре все так взаимодействует классно. Так, этот маг мне вообще не нравится. Все ползите. Этот лечится, сволочь. Так, ну они, по идее, еще оба почти готовы. Я думаю, они недолго сейчас проживут. Ауч, уже пол хп сбили. Ну, бей, блин, наверное, этих ближних, что ко мне. Я вот думаю, они... да, надо все... только немножко отойти, а то я в телегу попадаю активно. Так, минус есть? Один. И этого. Лучница, давай я, наверное, вот а я мага. Этого. А, не, так, не добил. Ты... Ладно. Как-то добил у него ОД вообще мало. Слушай, а, то есть если я к нему побегу, меня этот заденет, да? Ладно, тогда я этого добиваю, да и все. Ну и маг уже на следующий ход. Да. Я думаю. Так, что он там? Колдун что творит? Колдун-молдун. Так, получи. Он должен быть, по идее, тонкий. Не так, чтобы очень. У него супер-мега шапка Мономаха. А, я второй раз могу. Отлично. Да уже пол хп за один удар сделал ему. Ух ты ж. И почти, да? И все, тебе осталось. Да. Ну, прощай. Нормуль, все. Так что у нас здесь кожаные доспехи какие-то изношенные, обноски всякие, руда железная. Так, у меня там стрелы выпали, я отдам его... Лучница, да? Да, лучница. И у нее такое невыговариваемое имя, так что я просто скажу лучница. Так, плохой доспех, руда, угу. Что я тут был нашел? А, это нежить. Нежить-убийца. Скелет валяется прям дохлый. В нем кость. Так. Кости, череп. О, еще... Ой, ё-мо, это что за фигня вообще? Охлади его, слушай. Он реально какой-то жуткий. Попытайся охладить его. Так, у меня просто хп не восстановилось. Лютый еще. Мороз. Ну-ка, парень. Охлаждение. О, неплохо. Чё-то он погрустнел. Такой сгрустнул. Так, я не так, чтоб очень его дамажу. Ну да ладно. Хреново, слушай, у меня ХП почти не восстановилось еще, но я попробую полечиться своей банкой зелья. У меня их аж 6. О, критический, вообще нормально зашел. А, это я вперед тебя забежал. Зря. Да-да. Да-да-да, я не ожидал, что сразу еще будет. Я сам не ожидал. Так, он бежит. О, это еще на подкрепление вызвал. Ой-ой-ой. Так. Но его, мне кажется, в первую очередь надо убивать, потому что он какой-то такой... Да, он скелет-огневик, да. Да. Я думаю, мы с ним сейчас жестоко обойдемся, раз он такой огневик. Подальше закинешь. Ну, во-первых, на тех. О, это было круто. Вот это эпично, да. Они, кстати, один из них лучник. Ну, второй будет идти. Лучника фокуси. Так, я вот этого только достаю, хотел сказать, я и не попал. Вот его и фокуси. Так, надо вот сюда отойти. Смечник, он будет к нам идти. Угу.
Я тоже к нему пойду поближе, на себя удар принимать буду. Так, в огонь только не наступи, то загоришься. Да. Тебя бьет. Мечник, давай, иди ко мне через огонь. Ты смотри, хитрый обходит. Умный мечник, в гору не пойдет. Так, окей. Не заденешь свой? Я не могу достать магом до лучника. Я буду пока мечника бить. А лучница, походу, достает, да. Лучница и лучника, дожди. Да блин. Да что такое? Ловкости у него много. Еще в стойку не встал, может в этом подвох? Может быть. Или он ловкий парень, действительно. Она была еще подойти. Ну ладно. Все равно там на два выстрела не хватает. Сейчас попробуем, не загорюсь ли? Да, если что, будем тушить. По отработанной уже схеме. Ох ты ж, моя тоже. Ага. Ох ты ж, просто тринити. Она прям уворачивается. Так. О, маг, наконец-то. Он просто из-за пригорка. Тут ландшафт реально влияет, получается, прям так не слабо. Игра очень сильно продумана, что вот это безумно радует, конечно. Так, я тоже подойду тогда, наверное. А то она у меня так за скалой, я постоянно дергаю на нее камеру. Чпыньк. Все что? Ну ладно. Вставай, мой родимый. Вставай, мой родной. О, крит. Нормально. О, сколько тут валяется на полу-то, я смотрю. Так, все. Вкусняшки, да? Ну-ка. Вот, двуручная кувалда валяется. Я знаю, зачем я бочку воды нес. Затушить? Да. Так, отлично. Теперь смотри, звездный час просто. Три серии, берег. А я не могу его дернуть. Я тоже. Блин, надо телекинез. О, я его потихоньку могу. Чпыньк. Чпыньк. Давай, затолкаем туда и взорвем. Бочка, гори. Вот и все. Я же знал. Куча всякой всячинки есть. Окей, я там булаву двуручную нашел. Вот это вкусно. Так, а клинок тебе не нужен между делом? Или не булаву, подожди. А, клинок одноручный. А, одноручный топор. Так, я тебе все равно его скинул. Интересно. И как он выглядит? А ну выйди. Ух ты, какой топоридзе у меня. Есть теперь. Так, какие-то стрелы новые, что ли? А, кстати, сколько он мешающая. Дамага? Во, кстати, прикольная тема. Ловкость у врагов снижать. Мешающая стрела. Ни хрена себе такой топорчик. Так, где ты? Прикольно. Ну, как обычный топор дровосека. Женщина с топором. И коня на... Так, я думаю, сохранись на всякий случай. А да, то давай, еще мало ли какая-нибудь фигня такая же вылезет. Я ведро нашел. О, тут подъем куда-то. А у нас так. И так сохранение пошло почему-то. Так. Тут подъем куда-то. Игра намекает. Пошли. А, нам на подъем нужно? Ты. Ловушки. Так, а где так, ловушки? Ну, кто, вот, наверное, кто нам подсказал? Стой! Ты наступил. Воу! Охлади меня! Охлади меня! Так, жди, я сам горю. Ты где? Блин. Черт, они... А на что я наступил? А, вот она! Так. Не надо меня охлаждать, себя охлаждай, чтобы ты не сгорел. Да я не... Это... Оу. Книжечка валяется. Я ее подобрал. Так, и как эти ловушки теперь вырубить? Никак? Да походу никак. Там ладно, вот она, наступил, клавиша. Ты проходи аккуратненько. Так, мне надо полечить. Можно пройти. А, иди сюда, я тебя полечу. Хотя, давай лучше... А, я не могу пока полечить, у меня откат. Так. Откат еще. 20 жесть. Секунд. Я сейчас такой, давай оглядываться, типа, где ловушки? И оп. О, вот отключатель вроде. И... Да, я отключил ловушки. О, так, надо бутылей и здоровья закупить. Вот я тебе отправляю. Опознай, что это. Так, ботиночки. Так, только проходи здесь аккуратно, не наступи на площадочку.
Я недостаточно опытен для этого. Лупа не помогает. Здоровенная. Я же говорю, не наступи! Текай! Что такое? Это вся пластина, кнопка. Пройдешь там аккуратненько через сундук, деактивируешь этот. Сейчас. Я пока дверью займусь. Вот подвох, я вообще не вижу ловушки. Ну вон, площадка такая. Да, все, увидел, но. Можешь, кстати, подойти и помочь тоже магии пошандарахать. Так, а нам что, надо проломиться туда? Ну, да думаю, что это... такое? Я-то не наступил, наступило это. Черт. Блин, а как эту бледноволоску заставить не наступать? Так, стой. Иди. Я на нее переключусь. Иди сюда. Да что такое? Реально, пытаешься одной управлять, вторая куда-то бежит не туда вообще. Вы чё? Там, с прочностью. Так, я, ну-ка я сейчас их разъединю, во-первых, а то это пипец какой-то. Реально, просто нереально. Так. Ты там чинишь? Да. А чё у нас этих как там? Боюсь спросить, ключа нет? Ну, я взлом прокачан, но что-то я не могу. Ломимся! Ломимся! Так, борьба с дверью. Да-да-да, самая эпичная война с дверью. Это всю историю Divinity. Ломимся! Жажда наживы. Так, ты тут еще между делом полечи. Сейчас я починюсь сначала. Так, меня и эту грязную женщину. Как-то не так звучит. Ах ты грязная женщина. Так. Почему я маг, у меня нет лечения, блин? Надо как-то выучить. Ты боевой маг, походу. Ура, мы сделали. А я еще не маг, не боевой маг, а этот, как его. Сейчас чинить. Так, иди сюда. И оденем обратно топор. О! Щелк! Жесть. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Оп, я успел. Аккуратненько проходи. Да тут кто-нибудь да попадет туда. Так, вот площадка, не наступи. Легко сказать, у меня одной контролируется, а вторая что хочет. Я вот пока заход... не могу. А, да что ты, ненормально, и беги оттуда. А вот, смотри, отключается. А, что такое? Что меня это? Так шибануло! Жестко вообще было это, конечно. Ты можешь телекинезом отключить? Кого? Вот, все. А, смотри, под тобой воды нету. Смотри, она осушилась. То есть там током пробило. Не, ну это было эпично. Электрик, блин, хренов. Так, смотри-ка тут. Золотой кинжал, украшение. Ладно, забираю все. Да, забирай. Так, у нас еще одна дверь, и она тоже закрыта? Тоже закрыта. Кружка вина. А почему я не могу взламывать? У меня есть отмычка. Мы проламываемся. Ну-ка, отмычкой попробуй. О, я могу. Ага, как дураки ломали дверь. Забавно. Не, ну ладно. У меня что, одна отмычка, на походу, да? Так, сохранение. Автоматическое. Да, у меня была одна отмычка. Мы куда-то проломли. У меня есть отмычка. Дневник. Я тебе дневник отправляю чей-то. Можешь мне отмычку кинуть. Так, кидаю. Держи. Больше книг нету? Так, у меня книг нету. Читать. Больше. Надо отмычек больше купить. Какая-то художественная, походу, книга. Там дневник написано. Ну, или это запись такая. Где-то не ползут. Кувалда. Интересно, я могу с помощью... Ой, кувалда, я говорю, наковальня. А могу с помощью наковальни что-то сделать? А, у меня вон, есть слиток. Второй этаж есть. Пойдем на второй. Сейчас, погоди, у меня есть слиток. Ой, я уже на втором. О, я мышь нашел, надо с ней поговорить срочно. О, я могу меч сделать из... Прикольно. А я могу... Из щита, допустим. Нет, не могу. А из меча, у меня там меч был. Так, где ты тут? Погоди, у меня... А кинжал могу? Нет, а меч, вот. Я могу из меча сделать себе... не положи.
А, не могу. Короче, если со слиткой, я могу сделать себе меч на наковальне. Прикольно, кузнечное дело. Угу. Все, пойдем наверх. Там есть мышка, не спугни. Я хочу с ней побалакать. Тут ничего нет. Ведро. О, пи! Который что там? Так, дорогу в королевство фей. Вот. Кифи. Интересно. О. Так, это тебе на опознание. Портрет. Так, книгу укрепления. А вот это тебе на изучение. О, картины бери, дорогие. Угу. Чё там закинул? А, кстати, я же книга навыка дождь. О. Ну как это использовать? Я могу, нет. Я дверь открыл. О, я новый навык освоил. Интересно. Дождь? Да, и у меня же книга еще есть разряд. О, следы? Это я тоже освоил. Секунду. Книга навыка укрепления. А, мне геомантии нету. Я не могу укреплением пользоваться. Так, опознание. Ну-ка. Пробуем опознать. Слушай, о, я могу опознать сейчас. Сейчас, секундочку. Опа. Что это? О, карманный взлом на. Кидай мне. Там что-то на взлом. Что ты мне там кинул? О, прикольно, броня. У меня три как раз. Так, как мне навыки-то новые свои посмотреть? А, вот, все, нашел. Тут есть бочка воды. Ммм, как я люблю. Да-да. Слушай, это мы кузнечным делом можем заняться неплохим таким, да? Бизнес. Так, ладно, придется алкоголь из быстрого доступа убрать. И взять дождь я могу теперь делать. Это хорошо. Это вообще круто, по-моему. Так, и еще что-то у меня появилось. Да, быстрый разряд. Ох ты, он так неплохо дамажит, я должен сказать. Еще и оглушить шанс. Так, это плохо. Круто, это очень круто. Я их могу вместе как-то... О! А, два меча нет, два меча мне не надо, а я могу их, допустим, сюда? О, я могу стальной слиток сделать из двух железных слитков. Давай сделаем. Так, круто, ну у меня два новых заклинания. И они прям такие няшные, вкусняшные, я бы сказал. Два слитка. Прикольно. Два топора, одноручные. Тут, правда, аккуратно надо, она тут все электролизует, куда бы не попало. А ну один сделаем топорчик. Это одноручное оружие? Да, одноручное. Нафиг это такое оружие в топку. А, ты там уже на улице, я думаю, где ты там? Чё? Уже что-то. Вот я тебе еще одну книгу отправляю. Кузнечишь уже там вовсю. Бочка с водой. Блин, нет, под нее места уже, все. Наточить. Там много чего наточить можно, но а как? Знать бы как. Это другой вопрос. Так, урон стихии воды. Не, круто, круто. Мне вот эти заклинания надо срочно пробировать. Мне прям нравится. Значит, ниже, чем нужно. Окей, прикинь, чтобы, значит, из меча сделать слиток и слитка меч, надо низкий уровень кузнечества. А чтобы натащить меч, надо высокий. Mm-hmm. Логика, вернись. Так, наверное, так понимаю, надо к этому вернуться, к товарищу, который нас отправлял-то. Давай вернемся к гробовщику, потому что он сказал, что похоронили, а... Мы сами видели. Кстати, да, логично, что сначала к нему все-таки. Хотя по заданию, что у нас по заданию написано? Загадочное убийство. Там что-то ничего особо не написано. Обнаружили в нем дохлую овцу, да, и все. Так, морг. Так. Товарищ. А где он? А вот он. А, ну это же мы разговаривали уже, да? Угу. Нет, все-таки, наверное, туда идти. С ним поторговать можно? А, у него денег почти нету. Есть такие подозрения, что вот тот подозрительный, который нам и дал это задание, он, как скорее всего, и есть.
Убийца, вот этот при входе, который был в город. Да не, не входит, а это как его, Элисио, или кто он там в этом, как его звать-то? А, этот, начальник? Легионер, да-да-да. Легионеров? Да, вдруг. Ну я сразу сюда ставлю, чтоб бежала героиня. Героиня на героине. Так, топорчик неплохой, но... Можно было и лучше сделать. Ну, шанс крита больше, конечно. Так, а сколько УД стоит? 6 УД, в принципе, не так, чтоб много. Я тоже есть свитки всякие, которыми я могу пользоваться. А у меня вот эти книжечки. Ну, я вот ту книжку купил, она как бы довольно дорого стоит. О, вот эти я, кстати, тебе отправлю. Они мне не нужны, они для создания свитки. Они не которые делают, они... Их можно использовать для создания заклинаний. То есть, если ты это выучишь, ты мне создашь заклинание какое-то, я буду им пользоваться. Угу. Магичить. Так, ты что там встал? Я встал? Угу. Странно, я вроде тыкнул бежать. Все, побежал. Как ты нажимаешь-то бежать? Ну, просто нажал куда надо, и она бежит. А, ты просто туда перетовал? Да. Ну, логично. Так, а, все, бегу тоже так же. Я посижу, подожду тебя. О, вижу, да. Так, давай, заберем его в кабинет. Все, я читаю. Что ты читаешь? А. Так, эй, подслушайте. Давайте поговорим об убийстве, по поводу жены. Как насчет трупа, да? Его украли? Внезапчик. Да-да-да, там всего лишь овечка украла. Сама сдохла и влезла обратно. Найти похитителя тел надо, да? Эвелин. Ну, упомянем. Мэр. Опа. Меня? Бай. Да. Не да. Особо он рад, что мы его обвинили. И я думаю, по заданию мы не особо-то и продвинулись, да? Хреновато. Жена советника. Что у нас тут? Что нам просят нашествие? Эсмеральда — это жена советника. О как. Помнишь, у кого мы украли все? Угу. Любовное письмо мы нашли, да. Слушай, помнишь, про библиотеку говорил? Кстати, да. Труп, привидение. Я, по идее, был в библиотеке во второй серии. Где она тут, дай бы вспомнить бог. Так, это... Где-то библиотечка. Походу, вот это. Так, я думаю, Смиральды вижу, таверна. А, подожди, вот же написано, за тобой. Что это? Ратуша, кабинет мэра. Ну... На втором этаже вроде библиотека была. А по идее, наверное, со всеми этими надо ребятами теперь поговорить. Ну, наверное, подозреваемыми. Я просто забежал на второй этаж, а там как-то очень много всего. Так, а тут можно будет как-то у мэра пройти. Аккуратненько, нельзя? Тихонечко поворовать у него что-нибудь, не? О, тут кошак, а ну поговори с ним. Ну как? А, это вот, это та кошка. С которой хочет познакомиться? Да, да, да. Так, дальше. Угу. Так, давай, непотопляемый Сэм-код. Ну, прикольно. Угу. Так, кошки, понятно. Ну-ка, задать вопросы. Осайлисе, да-да-да. Так, ну все, больше она ничего хорошего не скажет. Так, по идее он сейчас... А, кошка нас может выдать, да? Так, так, меня сейчас никто не видит, не должен. Увидел. Минус 10. Ну как ты меня видел, ты спиной был ко мне. Поговорить с ним надо. Угу.
Симпатичная зверушка. Ага. Продворняшка. Так, про какую собаку он говорит, когда у него кошка здесь бегает? Что-то он, да, попутал. О, посох Пергама. Так, насчет убийства Джека нам поведай лучше. Убит? Да ладно такой. Угу. Угу. Так, а герцоги? Угу. Запутанная история. Так, а про посох? Что-то какой-то вспомнил. Что-то у него с памятью какие-то проблемы, что ли? Угу. Так, а торговцы? А про сам посох? Ну ладно. Вроде все. А про библиотеку он что-нибудь может? Так, что, взглянем на библиотеку? Да, смотри, кстати, помнишь, мы в самом начале, в самой первой серии нашли труп? Угу. Ну, мы удивились, труп, да и труп. Нашли какой-то дневник, я его тебе передал, но что-то, походу, мы не особо читали. Короче, там было в дневнике написано, что этот человек спрыгнул со скалы. Угу. Сам спрыгнул. Зачем? Ну там и говорилось, да, что-то такое. Зачем? Ну ладно, я пошел наверх. Так, он повел нас. Публичная библиотека. Так, сейчас он придет. Че он там? Кстати, в этой библиотеке, помнишь, определенная книжка есть. Да-да-да, вот нам надо ее найти определенно. Farewell. А, ну он типа тактично уходит, а мы сейчас такие а-ха-ха. Джан. Так. Шарлин. Не по-русски с нами говорит. Великолепная пятерка, кстати, вот про нее речь. Читай, потом мне расскажешь, я пока тут... С человеком тоже общаюсь. Ага, Том сбежал, короче, вместе с этой пятеркой. Бог знает куда. Ой, это что еще за животное? Так, давай к тебе цепляюсь. Какие-то странные ребята. Ага. То так, есть он к нам, да? Да, да, к нам хочет присоединиться, только никаких сделок с демонами. Ну что ж, я за. Ты как? А чё это за тип такой здоровущий ходит? Без понятия. Ну, ты давай, да-да-да. Ну да, отлично. Нам нужен еще один, это да. Конец. Так, и он ко мне прицеплен, да? Опа, сразу автоматом, потому что... Так, да, а он тоже маг, что ли, да? Я хочу с тем здоровяком поговорить, потому что что-то как-то странный. Туз Джагета, друг. Ох ты ж, фиг выговори. Короче, я один буду, физик. Это еще и женщина, что ли? Так ты отвлекай ее. Это Виктория. Нифига себе, это дочь мэра, прикинь. Вот это здоровое чудовище. Офигеть.
Мэр чуть-чуть был похабным. Нет, ее нашли моряки. Ну, то есть он нашел в корзинке в море, походу. Я тапочки нашел. И теперь она библиотекарь. Так, понятно. Она теперь тут книжками заведает. А это у нас маг еще один, да? Тихо-тихо. Блин, она повернулась, я чуть было не украл. Перед ней. Вот это палево. Так, а этот мужик маг, да? Ага, сейчас. Нам бы еще бы танка. Пиратская жизнь. Ты нашел ту книжку, что нам нужна? Нет, пока не нашел. Так, занимательные жидкости. А погоди. А, ну да, все правильно. Вот философия смерти, нам она нужна. Так, беру. Все, я взял. Так. Опа, блин, да что ж такое? Что, опять спалили? Да, из другого конца карты. Ну хорошо, так, книжку я взял. Да что ты? Как вы видите? Короче, прощайте. Я сюда больше не вернусь, меня так, запалят. Так, пойдем отсюда. Нас теперь стало больше в отряде. Ну да. На одного. Один я физик. Да, и думаю, на этом нам стоит уже заканчивать. Да? 30 минут есть? Да, мне, думаю, побольше. Да. Ну, окей, мы обзавелись новым напарником. Да, что немаловажно. Продвинулись хоть немножко уже по делу, по основному, по нашему. Наш отряд крепчает. Да. Итого у нас два мага и два физика. Только один физик ближнего боя, другой дальнего. А там их можно будет в дальнейшем еще каких-то находить? Ну, думаю, да. Думаю, да. Нам, по идее, еще бы один танк не помешал совсем. Это да. Можно Лукаршу отставить, допустим. Мага ты себе заберешь? Или, допустим, сделать танк-маг, танк-маг. Тебе танка, ты маг. Можно. И можно и поменяться, маг, кстати, ими. Ну ладно, наверное, потом разберемся. А пока что, в любом случае, всем спасибо за то, что смотрите. Если понравилось, ставим лайки, подписываемся на наши каналы. Я думаю, надо выходить в следующей серии куда-нибудь наружу и искать себе приключения на пятую точку. Ну да, пойдем уже куда-то по экшену. Хотя и нынче было немного. Но в любом случае, на этом все. Всем пока. Всем пока.